Так, всем привет. Как бы прическа не вижу. Вроде ничего, вроде симпатично. Всем привет. Вынеси всю карту. ФФАшечка очередная в шестую циву. На восьмерых. В этот раз мы выбирали цивилизации. Как видите, какие кому достались. У меня Бразилия. Бразил, считаю, одна из сильных цивилизаций. Можете... Опять же, мой рейтинг цивилизации гляду, сейчас попробуем за нее выиграть. Ну и у других игроков, в общем-то, сильные, тут неплохой пик у всех оказался. Вот мне интересно будет уникальный район Бразилии опробовать, который вот всякие дополнительные великих... Короче, попробовать через великих людей поиграть вообще, чтобы их у меня дофига было. Посмотрим, как получится. Все, приятного вам просмотра. Ну, для начала за Бразилию, конечно, хотелось бы поставить священное место и трудовую дисциплину урвать. Но я вот что-то смотрю, у меня в стартовом месте как-то немного тропических лесов-то. Но я никуда не пойду, тут 4-4, две клетки на рост. Так что остаемся здесь. Сразу так ставим, пока я хочу вырасти побыстрее. Хотя, может быть, и скаутов лучше быстрее сделать. Слушай, а давайте я гляну, реально, а если я так? Ну, три хода. Тип мира не меняли? Я думал, может, два хода. Че не меняли? Тип мира. Это так повезло мне с холмами. А, нет, не менялся. Там он все по стандарту. Кто, наверное, цивилизация? Кто там у тебя? Англия. В Англии что, обычно неплохие места. Нет, я на море, но у меня некуда даже ферму поставить. У Англии, по-моему, вообще 100% уголь всегда должен быть. Так, ну в какую сторону пойдем? Ну, очевидно, что один город направо. Покажу, ну, давайте ниже. Вверх попробую угадать. Что там что-то интересное. Пока не особо. Честно говоря. Тут какие-то... Ну, мне не очень место нравится, например, старта. То есть... Так, давайте вот так сразу. То есть до трех максимально быстро вырасту. Блин, ладно, давайте сюда, блин, или туда идти смотреть. Ладно, давайте так прыгну. Тут два хода на самом деле, рост будет. Ага, ну тут вот хотя бы... Ну, тут, конечно, где-то надо будет город ставить в любом случае. Этим скаутами, наверное, сюда пойду смотреть места. Но вообще... У тебя там дамба не встанет. Не особо производственная. Так, давайте вы это не будете обсуждать. Что там ему делать, окей. Зритель. Леша, запускай, мы и тебя пообсуждаем. Чтоб мне это не обидно было. Да мне не обидно, а просто засоряется эфир. Ты хочешь, ему там в личку пиши куда-нибудь. Так, на максимум производства переключимся и добавим. Да, у меня уже два разведчика стоят. Что-то вообще ни одной руинки еще не нашел. Ну, просто количество жителей, оно еще добавляет и науку с культурой, понимаете? То есть я быстро вырос и, соответственно, начинаю получать науку с культурой без всяких... Без всякого строительства. Хотя, может быть, и стоило поспешить со скаутами. Но видите, скаут просто за один ход сейчас строится. С другой стороны, на таком количестве жителей. Так, животноводство. Да, лошади есть. Так, а что мне тут вообще надо? Ну, это я могу уже обрабатывать. Ну, давайте, не знаю. Давайте к
пока горное дело. Или может мне в астрологию все-таки ломануть и трудовую дисциплину попробовать. Это озеро, это озеро. То есть это не конец карты. Токантинс. Вообще такая река через столько этих. Так, ну, наверное, пока строителя. Блин, наверное, все-таки пойду в астрологию. Так, блин, что у нас тут обрабатывается? Я хочу на производство по максимуму. Да, пока норм. Ну, вообще, именно стартовое место вроде ничего. Видите, как я быстро вырос и... О, первая руинка. Вторая. Не, все-таки тут, походу, конец карты. Наверное, с этой стороны никого не будет. Так, значит, тут ставим пока удвоенные разведки и... Я пока даже варваров не вижу. Мне на варваров-то... Так, а вот что здесь мне открывать первым делом? Ну, пошли... Не знаю. Пошли пока мастерство. Надо будет сначала, значит, эту забирать. Потому что с этой стороны, скорее всего, никого нет, а вот с этой стороны кто-то может быть. Блин, а забирать... Что-то я... Знаете, когда я вот сейчас не играл в шестую циву некоторое время, просто другие игры показывал, стримил. И забываешь просто многие такие мелочи. Вот я не помню, получает ли скаут опыт за взятие этой деревни. Да, получает, отлично. И мы ускорили трудовую повинность. Я ее мог и так ускорить на самом деле. Так, не пойду туда немножко дальше, я лучше здесь дуболомом буду помогать. О, реликвию получил. Так, а это плюс к культуре, между прочим, ребята. Это же туризм, конечно, я понимаю, но сам... А нет, к вере. Значит, я... Так, пантеон я получу. Ну, за соседство тропических лесов, очевидно, мне надо брать. Ладно, сюда вниз пойду. Да, ну тут надо мне религию. Соседство тропических лесов. Тут надо мне религию пытаться брать. Похоже, вот сюда мне придется ставить священное место, к сожалению. Где у нас еще? Ну вот соседство здесь. Но тут, блин, третий радиус. Тут будет 4 тропических леса. И тут 4. Я бы, конечно, наверное, здесь лучше ставил. Но третий радиус, это надо клетку выкупить. Вряд ли у меня будет столько денег. Да, значит, в астрологию я правильно иду. Начнем с обработки риса. Внизу кто-то может быть, ну как и сверху. Не видно, да, еще конца карты. Я просто думаю, мне, наверное, все-таки этим скаутом лучше сюда перебираться. И посмотреть, что здесь. Так, ну давайте пращника пока... Нет, поселенца, что тут уже откладывать? Тут интересное место. Я бы, наверное, сюда ставил. Потому что очевидно, что там где-то соперники. Здорово, Фонарио. Привет.
Далеко отсюда? Не очень. По одному у нас с тобой в городе встают. Давай договариваться. Ну, вся твоя та вот река твоя. Типа... Какая всё, именно? По одному, вот... Там название у рек у всех есть. Парана, вот, вот можешь вот тут вот поселиться, вот в неё, в горах, там, где возможно поставить. А дальше там горы, там ниже поставить города. Так, международную торговлю ускорили. Следующим ходом мне должны вроде пантеон выдать. Нет. Угу. Вот варварцы. Так, наверное, стоит вернуться скаутом. Не, подожди, дружба пока рано. Руинка. Ну, следующим ходом мне дадут взять. То есть этим ходом кто-то берет пантеон, поэтому мне не дали. Кто-то тоже все-таки. Ну, это можно было в руинках найти, знаете. ГГшку найти. Это что-то ни одной ГГшки рядом не видать. Ну, блин, что так много скаутов? О! Да вы прикалываетесь. Ну вот, серьезно, берешь поиграть в Бразилию, даже веры дофига. И все равно какая-то эта сволочь забирает на соседство тропических лесов. Ну как такое может быть? Не слышно тебя, дед, вообще. Я говорю, повезло кому-то, нашел руинку или ГГшку. Ну я понимаю, ну куча других пантеонов. Вот как ему повезло еще и с тропическими лесами, понимаешь? Ну ты охренеть. Честно говоря, я сам хотел забрать. И я хотел забрать. Да я хотел забрать. А, да, да. Эфиоп тоже в джунглях спарится. А, твою мать, блин. А, тем более у Эфиопа бонус же... Я даже не знаю теперь. Ладно, давайте на богиню земли, потому что, по идее, мне тропические леса должны давать. На самом деле, я еще не взял пантеон. Мне должны тропические леса давать... Ну, вот видите, что уже есть, например, Вера. Так, валим отсюда, наверное. Хай он сообщает обо мне. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! То есть, ну, в сторону немца надо ставить. Сначала здесь, потом там. Ну, там похуже немножко место, поэтому... Так, пока я просто хочу защитить поселенца. Посмотрим, ну, конечно, без... Ну, почему вот всем тропические леса выдали в игре? Привет. Так, три. Ну, почему тут все плюс три рядом с этим? А, тут даже... Тут просто лес, кстати. Хорошо, сколько стоит клетки выкупить? 40... Так, 25 и 40. Я бы, наверное, тогда все-таки выкупил и тут поставил. Без вырубки, конечно, но... Просто не хочется... Ты можешь, очень не хочется...
закрывать. Так, давайте священное место сначала. Не особо. Давай рабочего. На ту сторону. Хи-хи. Круто. Это я молодец. На ту сторону реки. Блин, я вроде венгер, у меня рек нет вообще. Прикольно, ББС сработал ровно 10 клеток. А должен вроде на 12. Нет, это минимум 10 клеток у него. Так, ну этот вроде не должен забрать, хотя... Ну, я надеюсь, он будет этого атаковать. Слушай, а нафига мне рабочий, если мне тут обрабатывать нечего? Пойдем к этому городу, получается. Так, мне нужно орошение открыть. Далеко ли ты отсюда? Далеко, я к тебе ближе, Лёш. Не, его еще даже не нашел пока что. Вниже спустишь. Не надо меня находить. Ну, то есть тут Германия, сверху, видимо, кто-то еще. Сейчас. А, это столица, да? Блин, я, наверное, не пойду тогда. Я просто если он сейчас вниз пойдет, то мне надо защитить этого посела, я не смогу город поставить иначе. Да не можешь, это как-то странно. Надеюсь, он атаковать будет. Небезопасно. Да. Это хорошо. Порталеза. О, тут даже 2-3 сразу есть клеточка. Зашибись. Так, тут уже 4 жителя. Я думаю, что надо чисто на производство переключаться. Майлайф, что ты сказал? Так, да. Пока так иду, не знаю. Дискорд написал. Блин, может, мне надо было на лагеря взять? Угу. Вот сейчас Вера мне уже поздновато, да? О, блин. Ладно, сейчас возьму как раз прокачку, когда он меня проатакует, чтобы вылечиться немножко. Так, и на холмы. Так, там на... Фига себе, уже на пророка кто-то. То есть это Атиния взял на соседство тропических лесов, а еще он уже на пророка 15 очков, да? Нет, я же сказал, я не взял. В общем, 15 очков уже, то есть он даже не строил так нужен ему... Смог, здорово. Привет, Лёш. Далеко? Да, далеко. Ну, мне, в принципе, вот тут какой-то, видите, он там сверху мне тут какой-то город поставить, и можно успокоиться будет. Так, следующим ходом, наверное, винище обработаем, давайте. А потом надо медь будет сходить. Опа, а вот ты где? Ну, вот и я. Ну, мне все равно не нравится, что он так близко. Мне селиться-то особо некуда. Только вниз идти куда-то.
Ну, смотри, ты только встретил только меня, я уже двоих встретил. А ты встретил где? Выше, ниже, дальше? Справа. Справа, то есть, ага. То есть, между... Так, ну тогда мне надо куда-то кофе... Хотя я не вижу его. Хотя, может быть, вот это его лояльность. Так мне просто надо вокруг столицы города ставить, на самом деле, и успокоиться. Сейчас я почитаю после этого поселенца проект. О, здравствуй. Тихого лиса уничтожил. Ты тут будешь селиться, вот, около этих гор? Крайняя империя, орошение. Что я тут открыть хочу? Создание строителей. Древнего мира, содержание юнитов, мистицизм. Вообще в раннюю империю я хочу лучше пойти. Мне тут нечего менять, я так думаю. А, хотя бог царь я бы поменял. Не, ладно, пошли так. Гончарочка. А, ну отлично. Тут стоим. Я тебе тоже поставил. Так, ну что там, религию еще не принял. Вот сейчас Эфиоп берет религию. Так, ну тут мне, наверное, в принципе... Нету смысла что-то исследовать. Хотя, наверное, можно еще туда вниз сходить. Да, я, наверное, куда-то сюда город должен буду ставить. Вопрос только. Наверное, куда-нибудь сюда. Тут вот до города тянусь, по идее. Скорее всего, на месте клана. Сюда надо, наверное, город будет ставить. Потом еще на озере. Ну, в принципе, места у меня дофига по сравнению... как раз сейчас на канале выходит ФФА за шумеров. Там, конечно, жопа была. С местами для городов. Тут намного все веселее. Все-таки, мне кажется, я фиговый взял пансион. Блин, я же сейчас проатакую, там тварь встанет на лошадей. С другой стороны, тут может и на рис. Ладно, давайте убьем его. Здравствуйте. Привет. Иудаизм. А, понял, на территории деда. Так. Да, на Кракове. Блин, еще кто-то читает на пророка, это просто трындец. Не, ну мне, конечно, сейчас надо будет проекты тоже читать. Это историческое событие, которое войдет в историю этого мира. Да блин, а деда тут все горит, у меня вообще жители в столице. А че это? Кстати, блин, че шести так много? Ну, у него с рисом он классно. Ну, 6. Я тоже могу, конечно, сделать 6, но я, видите, на поселенцев упор сделал. Там, наверное, он растет. Может, Артемиду какую строит. Ч
Что-то как-то все грустно идет. О, Габустан. Ну, такое средненькое чудо, конечно. Ну. Так, вот граница Эфиопа. Ну, в принципе, далеко. Так, отлично, никто тут на меня не нападал. Живота немножко. Ну, у нас дружба. Да, ну тут скорее места Эфиопа. Хотя я вот мог бы сюда, например, поставить, а он сюда бы. Так, поехали проекты читать. А то мы без религии тут можем остаться. Интересно. Два хода сама добавится. Вообще я мог бы уже мед обработать. А, или я еще не открыл эту. Да, это. Ну, типа, фабрику уже ставить на мед, но это надо деньги открыть сначала. Так что. Да не, наверное, выкуплю и обработаю клетку, чтобы. Во-первых, в Форталезе производство было нормально. Так, аж реально какой он взял пантеон? Соседние клетки тундры. Прикол. Да, конечно, Эфиопия с пантеоном на соседние клетки тундры — это смешно. Почему? Ну, знаменитая эфиопская тундра. Безжизненное, беспощадное. У меня просто спаун такое. Хотя я помню, да, у Дарвила Египет с трудовой дисциплиной в тундре был крутой. Фига тут тундры, конечно, да. Бразилия с тундрой? Чего? Бразилия с тундрой? Нет, Эфиопия с тундрой. Так, у меня еще один проект, видимо, и у меня будет апостиль. Так, ну слушайте, мы тут, по идее, должны вместиться. А Тиню глянь, вот тут, думаю, когда-нибудь город поставить. Ты же понимаешь, что это очень близко ко мне. Ну ты же там тоже город можешь сунуть. Ну, это 5 клеток от моей стольни. Ну, я тебе сейчас покажу, куда я суну город мини. В принципе, мне тут нету смысла упарываться в это. Я тоже поставлю. Ну, так, смотри, так мы же тут влезаем, получается. Ну, это я максимум, чтобы твой город сюда влез, конечно. Ну, это супер близко. Так, если мы договоримся... Смотри, давай, например, камень твой, например, во втором радиусе. Это вот... То есть я не буду в твою сторону второй радиус развивать. Например. Ну, я, то есть,
Я не спешу туда, и, типа, не горю желанием, но мне хотелось бы там поставить, потому что тут и лояльности нету вроде как, и там справа у меня города будут. Блин, я в золотой век не попадаю, да? Окей, пока что нормально. Блин, что ж, у меня не будет золотого века, надо будет так. Поселов строить, получается. Где-то у тебя конь с какой мощью? 20. Что-то трех варваров. Ну вообще, я понял. Этого должен убить. 20 так, мощи? Так, немец стоит. Ну, варварский всадник. Ну, прикольно. Блин, мне бы, наверное, вот эти клетки как-то выкупить. Да, ну, с Эфиопом можно дружбу заключить. Пак не успел походить. Может, мне в эту сторону лучше исследовать? Там-то явно все Эфиоп уже собрал. О, Кардиф. Ну, Кардиф, он дает электричество от зданий в гавани. Не думаю, что в моем случае... У меня будет много гаваней. Хотя, конечно, тут на побережье я поставлю города. Да, китаец убрал. Ой, блин. Под дуболома вышел. Что-то я посмотрел на китайца. А где мой пророк? А, вот он. Отлично. Так. Ну, я бы просто один ход сейчас подержал производство. Можно и на рост пока переключить. Поставил бы карточку. Но у меня не будет тут золотой. Не знаю даже как. Каким образом мне тут в золотой выйти. А кампус как? Есть плюс 3. Например. Что это заметка такая? Английская? Венгерская. Это ты кому? Вот тут, наверное, надо будет правительственную площадь ставить. Только надо подумать, тут или тут. И, в принципе, можно организовать всякие соседи. Так, отпадываю производство, как я и сказал. Сейчас я поставлю карточку на поселенцев и буду еще поселенцев делать. Блин, ну это я, конечно, тупанул. Не, слушайте, идет, смотрите, вера от пантеона. Висячие сады. Без негатива. Тоже враждебные действия какие-то. Ну, в данном случае мне вырубать практически нечего. Ну, предположим, здесь лес, да? Предположим. Блин, так, давайте я сначала карточку поставлю, во-первых, на создание юнитов, во-вторых, на создание поселов. Значит, здесь посел. Пускай до 5 вырастет. Здесь юнит. Матяш, верну 10. Так, дальше идем. Ну, давайте мистицизм, наверное, откроем. Или теологию. А давайте теологию откроем, кстати. Храм Махабодхи в тему. Так, православие. Трудовую дисциплину не взял. И гурдвару. Так, давай я первый тут? Просто сделаю религию, а ты... Все да, тут дофига тундры, конечно. Дед? Да мне все равно. Я говорю, давай я первый сделаю. Делай. Так, наверное, все-таки... А менять можно или то, что в прошлый раз собирал, то я стал взять?
Конечно, можно. Давайте, наверное. Может, на культуру все-таки. Давайте на культуру, потому что все у меня бразильские ништячки именно в культуре. Я имею в виду уникальный район и уникальный юнит. Подожди, уникальный юнит же, по-моему. Я засомневался на самом деле, что в культуре. Ну, по-моему, в культуре открывается. Он замещает линкор, да. Да, национальный, нет, социальный суд национализм. Все верно. Да, я его убирал уже. Так, короче, пошли. Сюда исследовать. Сюда. Да, блин, почему я везде подхожу к варварским кланам, и там везде юниты Эфиопии уже кошмарят их? Может быть, потому что они находятся рядом со с моей столей? Стольней. Вешало. Вообще нелогично звучит. Так, еда, производство, еда, производство. Еда, производство. Или может тут побыстрее еще вырасти вот так, да, если оно два хода, тогда нет. Погоди, Китай без религии? Да, и у него. Да мне варвары, Варвары мешали. Да и клетка только в третьем радиусе. Чё, без религии? Еще одна религия может быть. Не, не это такой. Сейчас уже наделают. Нет, нет. Там уже все обосновывают. Так, видите, не хватало жилья, но так я поставил плантацию, то это плюс одно жилье. А, так. Убиваем прачником, чтобы ускорение получить. Ну, давайте, наверное, эти мореходства пока. Я, конечно, когда-нибудь поставлю на побережье, но это озеро. Кстати, где-то тут можно будет город. Что-то я вот тут вообще не исследовал, между прочим. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение этой партии могут поискать прямо сейчас в вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Беларуси, живее Украина и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Кто там по уши в долгах? Англичанин, да? А все, я уже отдал деньги. Все. А мне ты же отдавал? Тебе я отдал, дед, да. Точно уверен? Да, точно уверен. Прям сколько.